Снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами товарищ Санёк, и мы продолжаем проходить экономическую кампанию. Похоже, сэр Вильям задерживается в походе, а его люди начинают голодать. Обеспечьте их провизией до его возвращения. Как скажешь. У меня тут есть как раз дочерняя фирма по производству хавчика. Выберите товары. Вот это. Выберите количество товаров. Товар уже в пути, мой лорд. Наши луки будут... Замок сэра Вильяма и амбар находятся на севере, за мостом. Если мы хотим помочь его людям, надо поручить возчикам доставить им нужные товары. Лучники идут! У нас мало провизии, мой лорд. Нам будет сложно прокормить оба замка. Это на... Да, что такое? У меня было 2000. Ладно, я понял вас. Выберите товар. Понял вас. Крестьяне видели неподалеку медведей, мой лорд. Они испуганы. Боятся, побоятся и перестанут. Правильно? Так. Карня. О, все. Здесь. Склад полон, мой лорд. Так, сколько можно? Меня больше не будет, слава богу. Так. Пшеничное поле. Нафиг. Этих тоже надо, ребят, переместить. Куда-нибудь подальше, поближе к лесу. Нам надо построить сарай возчика и начать посылать провизию сэру Вильяму. Там нормально все, не переживай. Там все окей. Я просто люблю пекарню, это один из моих любимых видов производства. Достаточно дешевый, достаточно выгодный. А, там хавчик-то и нету, чё я. В этом месяце еда не выдавал, крестьян становится все больше. Просто напасть какая-то. Обеспечивать их провизией становится все сложнее. Фигня. Выберите товар. Просто надо... Укажите частоту отправки. Послать второго. Ваша популярность падает. Иди ты нафиг, а? Мы готовы! Мы готовы! Лучники, вперед! Смотрите в оба, ребята! В колонну! Склад полон, мой лорд. Склад полон уже? Где мой склад? Где мой склад? Где мой рынок? Все полно. Понял. Лучники, на изготовку! Выходим! Бой! Помните, чему вас учили? Окей. Вас недостаточно уважают, мой лорд. Иди-ка ты нафиг. Сэр, в бой давно пора.
Надо, короче, пикинеров поделать, а то это не очень. Надо как-то будет атаковать эту. А атаковать нечем. Ладно, пятиминутка это такая себе. Играем дальше. Ни один лорд не взялся управлять болотистым поместьем к востоку отсюда. Что там мало хорошей земли, зато в изобилии водятся заразные грызуны. Это и будет твоей следующей задачей. Мы заполучили еще одно поместье, но мне это не очень нравится. Там свирепствует болезнь, а крысы скоро наводнят наш замок. Выберите товар. Эта деревня в жалком состоянии, мой лорд. Чтобы ее восстановить, надо сначала наладить там сельское хозяйство, чтобы кормить жителей. Земля слишком ровная, чтобы на ней строить. Выберите товары. Укажите частоту отправки. Выберите товары. Выберите пункт назначения. Так, ну ладно, крыса фигня. Такое. А вот. Яму для нечистот я просто тупо поставить не могу. Блин. Что с ней делать-то, а? Ну, придется сносить. Это... Среди крестьян начался мор. А, и у меня то же самое. Отлично. Как это? Интересно. Ям поставим. Так, здесь, здесь, здесь. А дерево кончилось. Где мои деревянные ребята, друзья? Выберите товар. Наши войска атакует враг. Что такое? Ага, тут партизанин. Партизанин? Кто это партизанин? Быстренько тут справим. Выберите товар. Выберите товар. Выберите товар. Выберите количество товаров. В казне никаких изменений, мой лорд. Зато в популярности есть изменения, некоторые знаете ли. Двойные рационы, здорово!
Не хватает рекрутов, сэр. Наши луки готовы. По местам, ребята. Сколько можно? Не знаю, все надо заставить. Не буду, да? Что за люди такие? Тут все, я надеюсь. Бавились. Их напасти. А здесь что не так теперь? Везде все плохо. Работа остановлена, мой лорд. Что ж вы за люди-то такие? Работа остановлена, мой лорд. Уберите нечистоты, слышите, эй. Уберите нечистоты. Походу я проиграл. Пам-пам-пам.